Звонок, как всегда, застал неожиданно врасплох. Звонила молодая девушка. Она на машине проезжала где-то по лесополосе и вдруг, чисто случайно бросив взгляд в окно, резко затормозила. А затем уже прислала нам фотографию вот этого измученного маленького создания. Метис Тоя. Метис больше русского Тоя, наверное. А может быть, метис Шпица. Факт тот, что ребенок мелкий, крошечный, зачумленный и искалеченный. Друзья, долги в клинике просто зашкаливают. Ненормально огромный долг. Я не знаю, как нас терпит Барков. Ребята, ни одна клиника не будет делать то, что помогает и спасает и делает Барков. Дай Бог ему здоровья. Это я говорю искренне от всей души. Я говорю от своего имени, ребята. Я с этим врачом уже 20 лет, и я знаю, о чем я говорю и за что я ему благодарна, мои хорошие. Но даже любая благодарность, она должна подкрепляться финансово. Нельзя же бить только в одни ворота. Помоги, помоги, помоги. Нужна и отдача, потому что врачу необходимо закупать медикаменты и содержать как-то клинику. Здесь нет завышенных цен, здесь нет ничего страшного, здесь тепло и добро. И я прошу вас, друзья, помогите нам, пожалуйста. Помогите, потому что сегодня Барков еще взял еще одного малыша и еще одному помог. А завтра? Завтра он просто будет не в состоянии, не в силах оказать нам помощь, а значит, следующий наш найденыш может погибнуть. Но ведь это зависит от нас с вами. Я прошу вас, мои хорошие, помогите. Прошу, чисто по-человечески, всей душой. Ну, умоляю вас просто, помогите, люди, пожалуйста, миленькие, помогите. Помогите, прошу вас. Рыженький малыш сейчас в стационаре. Ему сделали капельницу, потому что он был очень обезвожен. Убрали с него всех клещей, сделали анализ. Но самое страшное, что выяснили, что у ребенка нет половинки нижней челюсти. У него нет зубок. И вот это самое страшное. Я не знаю, как он жив до сих пор. И кто принес и выбросил ребенка на смерть в эту лесополосу. Ну это же зверство, ребята. Ну на какое же это зверство, когда ребенка просто выносят в поле и бросают умирать? Он же живой. Вы представляете, сколько ему надо умирать, сколько мук пройти, через какие чудовищные испытания, чтобы наконец-то попрощаться с этим миром. А мы еще потом вслед просим прости людей. Ну разве такое зверство простить можно? Ребята, перед вами маленький крошечный ребенок, которому нужна необходима срочно помощь. Приют на грани, люди миленькие, приют на грани. Нам не на что купить корм. Я вас умоляю, ну откликнитесь, прошу вас. Ну, я не знаю, какие слова сказать. Люди, вы услышите, пожалуйста. Откликнитесь, приюту нужна ваша помощь и нужна ваша поддержка. 3000 животных, ребята. Ну неужели мы все должны отвернуться и бросить? Ну почему так происходит? Что случилось? Вас же так много, люди. Ну отзовитесь, пожалуйста. Ну, пожалуйста, не игнорируйте. Пожалуйста, каждый, кто посмотрит этот ролик, переведите 100 рублей. Прошу вас, хоть раз в жизни переведите 100 рублей. Каждый, кто посмотрит этот ролик. Простите за то, что прошу. Но у меня просто нет выхода. Я прошу вас, люди, пожалуйста, милые, я прошу вас. Прошу вас, отзовитесь. Я вас умоляю. Пожалуйста.